Телеканал КРТ представляє. Всі конфлікти, в общем-то, мають различия між собою, серйозне различие. Но урегулирование конфликтов имеет общие элементы. Надо исходить из этого. Так же, как войны начинаются сначала в голове, когда кто-то начинает допускать возможность убийства других своих сограждан, исходя из чего-то. Из того, что они там принадлежали колониальной администрации, как это было на Волыни и в Руанде, так сказать, ну, там поляки, там тутси в прошлом. А на Кипре из-за того, что различные как бы ориентируются на различные государства. Похожая ситуация там в Приднестровье. Ну, даже религии на Кипре настолько различны. Ну, тем не менее, обе религии, в общем-то, когда если вы встретитесь с их представителями, скажут, что о любви и мире, и так сказать, христианин вообще никого не должен убивать, а мусульманин уж точно христианина и еврея не должен убивать. Есть вопросы к язычникам. Ну, опять же, сначала попробовать уговорить принять религию. Опять же, все же говорят о мире, но допускают убийство. Причем оно начинается исповдаль, там, из каких-то проповедей. Мы на Майдане видели о допустимости. Еще когда это все не перешло, что кого-то можно убивать, что мусора не люди, писал нынешний глав, а как его назвать? Ну, понятно, который вот теперь вот возглавляет тех, кто при нем были, тогда были не людьми. И прочее, прочее, так сказать, ну, дальше всех пошли в Руанде, тутси называли тараканами. Кстати, у нас такая я видел риторика. Война начинается с расчеловечения, с дегуманизации противников неких. Естественно, что деэскалация начинается с регуманизации противников. То есть они люди. Причем это может быть по разным причинам сделано. С одной стороны, что они, так сказать, что мы становимся вдруг гуманистами. Ну, хороший, так сказать, подход, но, так сказать, мы не видим, так сказать, пока такого сильного движения в эту сторону. Есть другой подход, потому что мы понимаем, что в ответ могут убить и нас. Оказывается, тоже может быть, так сказать, не все так просто. И, в общем-то, как бы уже из инстинкта самосохранения мы должны договариваться. И в любом случае встает вопрос, что ценнее? Что ценнее единство государства? Вот, например, цивилизационный выбор, уже занесенный Петром Порошенко в Конституцию, он важнее единства государства. Армия Мова Вира, они важнее единства государства? Это очень сложный вопрос. Причем, например, такие представители украинского национализма, скажем, письменник Шкляр, который за свой антисемитский и антирусофобский роман получил Шевченковскую премию, он же говорил, что от каких-то регионов надо как от гангрены, ну, нога в гангрене надо отрезать. Я, правда, считаю, что наоборот, если в голове сифилис, надо его лечить сначала. И не надо ничего у себя отрезать. Ван Гог отрезал, но лучше бы ухо, но лучше бы лечили бы Ван Гога, ничего не надо было бы отрезать. И сейчас дело в том, что в глубинном, том же украинском национализме есть понимание того, что если не удается на всей территории построить этническое государство по заветам классиков интегрального национализма, ну давайте ограничим эту территорию, но построим вот на той территории, на которой вот мы можем контролировать и, скажем, этнократическое государство строить. Этот элемент тоже есть. И самое страшное, что вот чем украинский конфликт очень отличается от всех тех конфликтов. На самом деле, а вот я повторюсь, я это говорил, в Украине как таковой нет партии войны. Воевать никто не хочет. Самая страшная армия, партия, это партия ни мира, ни войны, которая с этого имеет. Так сказать, кто-то имеет на контрабанде, кто-то имеет на определенной риторике и под это получает и политические преференции, и помощь, так сказать, либеральных кругов Запада. Вот это состояние нынешнее, так сказать, как это, когда у нас поле брани в буквальном смысле, ну, бронимся, но не воюем, оно слишком многих устраивает. Мы можем сделать утверждение, что в Украине есть признаки разжигания войны и формирования образа врага, навязываемое? Вы понимаете, может быть, если быть объективным, войны, ну, нету людей,
реально, мало ли кто что говорит, что в голове, что можно провести военную операцию, нормальных людей нет, все понимают. Те люди, которые говорят, дождемся, пока распадется Россия, они просто перекладывают ответственность, в смысле, мы ничего не будем делать, а давайте вместо этого, то есть, ведь чем у нас подменяются планы реинтеграции? Мы понимаем, что это сложнейший процесс. Планы реинтеграции подменяются разговорами. Вы нас забираете вторую часть. Я как тогда раз я хочу очень, просто у нас перейти. Планы, вот я просто говорю про эту партию ни мира, ни войны.